Подумай, тебя волнует то, кем ты будешь через 5-10 лет своей жизни? Взгляни на окружающих. Ты такой же, как и все остальные в нынешнем мире. Просто течешь по потоку, включив очередное видео в рекомендациях, в надежде получить иллюзию своего ментального и умственного развития. Ты продолжаешь смотреть на людей, которые говорят, как тебе одеваться, как стать лучше, но не понимаешь, что без средств, которые должны стоять за твоей спиной, у тебя не будет успешного будущего. Саморазрушение начинается в тот момент, когда мы начинаем притворяться тем, кем мы не являемся, и жить в мире иллюзий вместо реальности. Меня зовут Михаил Колыванов, и сегодня я покажу тебе истинную цель твоего развития.